Наталья Беленко, специалист по работе с молодежью Новокубанского молодежного центра о подвиге Беспятого Алексея Ивановича. Алексей Иванович родился 20 июня 1920 года в станице Прочнокопской Новокубанского района Краснодарского края. Получил среднее образование, служил в Красной армии, окончил заочное педагогическое училище в городе Армавир, после чего работал учителем. В 1941 году был направлен в действующую армию. Офицерское звание получил в январе 1942 года, когда возглавил саперный взвод. А уже через полтора года командовал полком в 7-й гвардейской дивизии. Его заслуги в боях на Орловско-Курской дуге были отмечены высокими наградами. В августе 1943 года Алексей Иванович назначается командиром 936-го стрелкового полка 306-й стрелковой дивизии 43-й армии. В ходе Витебской операции полк отличился при прорыве обороны противника в районе Шумилина. Высокую оценку командования армии дало организации переправы через Западную Двину. Неподалеку от города Лепель полк Беспятого окружил немецкий батальон СС и полностью его уничтожил. В бою за город Лепель Алексей Иванович Беспятов был ранен, но остался в строю. Его полк первым прорвался в Лепель и обеспечил освобождение города. За подвиги на Западной Двине и близ города Лепель указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявление при этом мужества и героизм подполковнику Алексею Ивановичу Беспятову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны Герой Советского Союза Беспятов продолжал службу в Советской армии. В 1969 году уволен в запас. После службы проживал в городе Сочи, работал начальником Краснополянской туристической базы, вел патриотическую работу с молодежью и школьниками. Умер и похоронен в Сочи в 1989 году.